человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную школу, своих наставников, учителей. Вот так необычно, торжественно и волнующе трогательно мы открыли нашу традиционную ежегодную встречу, посвященную Дню Учителя, самому светлому, самому доброму празднику на Земле. Учительский труд очень труден и важен. Учитель обязан быть сильным, отважным. И как дрессировщик в железную книгу, заходит он в класс, где сидят одет нам сейчас палец в рот не клади. На голову сядь, тобой гляди. Шумят и дерутся, управы не знают. Но входит учитель, и класс замолкает. Посмотрит и взглядом одним успокоит. Ну как мне сказать, что вы просто герои, и дети ваш труд, это ваше творение, и главный подарок от них поздравления. Уважаемые коллеги, мне очень приятно поздравить вас сегодня с праздником, чтобы в ваших семьях был мир, покой, благополучие. От всей души желаю вам этого. И, конечно же, творческих успехов. Я хочу сегодня вас познакомить с первоклассниками, которые занимались уже месяц в вашей школе. Это ваши будущие, мои настоящие, ваши будущие питомцы. И они, конечно, тоже уже успели за это время привязаться, полюбить нашу школу. И они сегодня об этом хотят вам рассказать. Ознакомьтесь, пожалуйста. В нашем классе есть три Саши. Три Артема. Ой, Андрей. И Артем. Есть Дашенька и Машенька. Так. И есть Ростик с Ариной. Так. Кирилл. Представься, пожалуйста, Кирюша. Так. Династия наша. Так. Есть у нас Кристиночка и Макс. Не забыть про девчонок. Настеньку и Оленьку. А куда ж мы без Руслана и прелестной Зои? Вот я к такому уважаемые зрители, да? Потому что здесь кроме наших прекрасных учителей есть еще и родители. Для того, чтобы вам было немножко сегодня веселее, ребята подготовили вам частушки. И сейчас расскажем. Thank you.
всей души желаем вам счастья и здоровья. С вашим праздником вас поздравляем и никогда, никогда не болеть, чем желаем. Не горевать никогда ни о чем, жизнь хорошая, где во всем. Как найти слова достойные? Как сказать счастливый праздник? Что мы очень благодарны? Что мы очень любим вас. Поклонитесь.